Меня кто-то увидит сейчас, вот веб-камера меня сейчас показывает. Ни одного романтика здесь нету. Ни одного дурака нет, один я хожу. Я сейчас немножко подержу фотик включенным, потому что так уникально. Вот я ходил 10 минут, но не было такого. Прям полностью становится белым, видно все море, видно скалу. То есть такая классная молния, прям вот именно она такая, знаете, именно на секунду где-то. И вот освещается полностью таким море такое, знаете, как на, ну, красивая картина получается. Может быть, сейчас повезет, и я смогу это заснять. Сейчас вот пару минут так постою, если что, в принципе, я даже потом подредактирую, вырежу лишнее. Но сейчас вот минут 5 постою, попробую вам показать это чудо. Просто вид потрясающий получается. Сейчас вот и скалу было видно, и все море белым освещается таким, знаете, негативом. Как бы вообще фото негативом, я имею в виду. Смотрите, какой дождь фигачит. Вот, сейчас было, но сейчас слабая была. Вот туда встает, где скала. Вы увидите сразу и море, как подсвечивается, и скала. Сейчас будет очень красиво, если нам повезет. Ждем. На море шторм. Довольно-таки заметно его отсюда даже. Дождь сильнее становится. Сейчас вот только стоит выключить или куда-то повернуть в другую сторону, и оно сразу будет. А так вот будешь стоять, и его нету. Молния, это красиво. Подождем немножко. Ну вот сейчас было, я не знаю, насколько вам было видно. И звуки вы сейчас слышите. Повырезаю потом эти места, то есть вы будете видеть практически вспышки одну за одной. А на самом деле я стою уже вот около 5 минут здесь. Неужели кто-то идет? Кто-то идет, ничего себе. Два человека идут. Ну не везет, вот сейчас только выключу его и сразу начнутся эти мощные вспышки. Сейчас вот хожу-хожу и не было ни одной такой. О, вот оно было. Более-менее сейчас была вот яркая вспышка, вы ее должны были увидеть. Красиво было. Хороший штормик, я сейчас бы не зашел купаться. Темно и страшно. Ну, про воду, то, что она не совсем теплая, тоже молчу, конечно, уже. Друзья, кошачий домик во время дождя. Это кошачий домик номер 2, как я его называю, на Клеопатре, где живет царица кошек. Ни одной кошки, естественно, здесь не было, когда я подходил к нему. Ну, потому что дождь идет. А зато сюда я подошел. И сразу вот такие вот мяу-мяу услышите, и они все попросыпались, и один вот самый смелый даже пришел ко мне. Сейчас за это он получит печеночки, получит первую. Красавчик, сейчас. Вон они все, вам видно, не видно, наверное, вот они все сидят там под своими
в своих домиках и на меня смотрят. А это под зонтом сидит. Тебе повезло, ты сидишь под зонтом и первый будешь пробовать печеночку сейчас. О, малыш тоже сюда идет, смотрите. Ладно, выключаюсь, я просто не могу, у меня рук не хватает, чтобы покормить и поснимать. Сейчас печеночки им дам. Привет, он лапу тянет. А, зеваем. Все, пока, скажи.